Здравствуйте! В эфире программа «Страна Росатом». Расскажем о последних событиях атомной отрасли. Начнем с темы накопления энергии. «Росатом» объявил набор студентов для подготовки специалистов первой российской гигафабрики. Она строится в Калининградской области. Именно там и будут отбирать состав будущей команды инновационного проекта, аналогов которому в России нет. Тему продолжит моя коллега Наталья Голова. Это город Гусев в Калининградской области. Здесь располагается политехнический техникум, где будут готовить специалистов для гигафабрики литий-ионных батарей. А пока сотрудники «Росатома» рассказывают школьникам о новом производстве. Я вообще рада сегодня здесь видеть такое большое количество молодых ребят, интересующихся. Что такое литий-ионные батареи, вопросов не вызывают. Школьники сразу поднимают телефоны. Литий-ионные накопители энергии повсюду. Ноутбуки, видеокамеры, электромобили, железнодорожный, воздушный, водный транспорт. Сейчас этим ребятам предлагают присоединиться к большой команде и к технологиям будущего. Я думаю, это команда сплоченная, и мне было бы очень даже интересно работать. Сегодняшнее мероприятие довольно заинтересовало меня, и, возможно, даже если все получится, пойду туда работать. Заинтересовала сама гигафабрика, как там происходит весь этот процесс. Это новшество какое-то, особенно в Калининградской области, что-то новое и интересное. В политехническом колледже в Гусеве будут готовить школьников после 9 класса по программе «Наладчик аппаратных и программных средств». Срок обучения – год и 10 месяцев. 11-классников будут готовить по программе «Технологии машиностроения». Сделать из них специалистов обещают через 2 года 10 месяцев. Причем уже на третьем курсе ребята смогут приступить к работе, совмещая учебу. «Росатом» – это имя не на пустом месте основано. Это очень серьезная история, это очень серьезное настоящее, это очень смелые заявки на будущее, заявки, связанные с наукой, заявки, связанные с высокими технологиями. То, что показывал «Росатом», практически оборудование – это в школах. Ну, естественно, для учебных целей оно сегодня есть. Поэтому история – это однозначно важно. Ребятам это большое подспорье. Проект по строительству гигафабрики «Росатом» начал в прошлом году в соседнем городе Немане. Это будет завод мощностью 4 гигаватт-часа в год. Для сравнения, это примерно 50 тысяч электромобилей. Там будут работать 900 человек, с сопутствующими производствами 1500. Подготовкой специалистов займутся 5 ведущих учебных заведений Калининградской области. Это город Советск. Здесь в технологическом колледже обучат будущих электромонтеров. Впереди действительно хорошие и интересные годы учебы, которые позволят вам стать хорошим специалистом. Мы ждем вас. Удачи вам и всего самого наилучшего. Когда услышал от преподавателя, что у нас будет строиться вот такой завод, ну, грубо говоря, из первых людей был, который расспрашивал, а как, зачем, как туда попасть. И уже, ну, просматриваем информацию, что для этого надо. В 25-м году, когда откроется фабрика литий-ионных батарей, очень хотелось бы быть рабочим на этой фабрике. Это полностью перевернуло уже на сегодня историю нашего района, поскольку у нас фактически якорного, как такового, да, предприятия, у нас такого нет. Набор студентов ведется по графику приемной кампании. Все группы приступят к обучению с 1 сентября. Тот факт, что «Росатом» здесь открывает свои двери и приглашает специалистов, а «Росатом» – это всегда и стабильность, и интересная работа, это заинтересовывает ребят, и тем более интересно же работать на профессию будущего. Многие интересуются уже сейчас, охотно спрашивают, задают вопросы, получают ответы. И видно, что заинтересованы, говорят, да, мы будем, мы придем. На минувшей неделе в Сколково прошел форум «Госзаказ». «Росатом» на своем стенде представил ведущие разработки ядерной медицины. Это комплексы «Оникс» и «Брахиум». «Брахиум» – это гамма-терапевтический комплекс, призван бороться с новообразованиями вблизи поверхности кожи, например, раком предстательной или молочной железы, легких и бронхов. Линейный ускоритель «Оникс» также способен лечить онкологические заболевания, образовавшиеся на внутренних органах, в том числе головном мозге. «Оникс» – новейшая разработка, которая поступит в клиники страны уже в этом году. По «Брахиуму» уже 4 комплекта стоит в лечебных заведениях. Вот. Ну и сейчас производится еще ряд комплектов.
Кстати, в Росатоме создано предприятие для продажи и обслуживания нашего медицинского оборудования в России и за рубежом. Компания «Альянс технологий здоровья» также предложит замену расходных частей медоборудования или источников ионизирующего излучения в гамма-терапевтических аппаратах российского и иностранного производства. Напомним, Росатом продвигает на рынке 16 видов различной медицинской техники собственной разработки и производит изотопную продукцию, применяемую в диагностике и лечении различных заболеваний, тем самым входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков сырья. Также на стенде «Росатома» на форуме «Госзаказ» показали работу системы для проведения закупок «Бриф», которая уже используется на всех предприятиях госкорпорации. Преимущество этой системы – электронный документооборот, автоматическая проверка заявок и другое. Летом этого года систему «Бриф» планируют презентовать на внешнем рынке. Существование отечественной площадки данного типа поможет увеличить скорость экономических связей, что обеспечит быстрый экономический рост. Все это позволит сделать экономику России более устойчивой к различным вызовам. О других новостях «Росатома» мы расскажем в нашем кратком видеообзоре. «Росатом» получил лицензию на размещение первой в современной истории России наземной АЭС малой мощности. Ее планируют построить в республике Саха-Якутия. В основе проекта лежит новейшая российская разработка водо-водяной ядерный реактор «Ритм-200Н» наземный. Станцию малой мощности характеризуют компактность, модульность и сокращенные сроки сооружения по сравнению с обычными атомными станциями. «Росатом» впервые в истории атомного машиностроения отгрузил одновременно два комплекта ключевого оборудования АЭС для двух разных стран. Речь идет об отгрузке двух корпусных ядерных реакторов и восьми парогенераторов. Оборудование предназначено для пятого энергоблока индийской АЭС «Куданкулам» и седьмого энергоблока китайской АЭС «Тяньвань», сооружаемых по российскому проекту. Подробнее о том, как проходила отгрузка, расскажем в нашем следующем выпуске. Студентов российских вузов приглашают на бесплатные стажировки в научные институты «Росатома». Их продолжительность от 1 года до 3 лет, во время которых студенты-стажеры полноправно присоединяются к исследовательским командам научных институтов атомной отрасли с возможностью дальнейшего трудоустройства. Подать заявку можно, пройдя по QR-коду, который видите на экране. На предприятиях атомной отрасли продолжают проводить чемпионаты профессионального мастерства. На этот раз отправимся в атомный город Северск на Сибирский химический комбинат и расскажем про проведение 12 Skills. Далеко не каждый конкурс 12 Skills проходит почти в полной тишине. 7 специалистам по неразрушающему контролю предстояло за 2 дня выполнить 5 практических заданий и провести столько же методов контроля. Своих участников делегировали 3 предприятия топливной компании 12. Это люди, которые владеют несколькими видами контроля. Это как бы большой профессионализм, потому что, как правило, 1-2 вида и все. Все 3 награды в активе работников СХК. 3-е место присудили инженеру-металловеду Юлии Жексеновой. 2-е – лаборанту химического анализа Анне Рудик, а выиграл Артем Родионов. Я все-таки инженер, а инженера у нас не часто ездят делать работу своими руками. А здесь вот мне нравится это делать, я обожаю руками своими что-то мастерить, что-то там делать. Вот контроль это в том числе и это включает. Артем Родионов и Анна Рудик в итоге будут представлять команду 12 на отраслевом чемпионате «Атом Skills». Состязания пройдут летом в Екатеринбурге. Продолжается прием заявок на детский творческий проект «NuKids-2023». Их могут отправить дети работников атомных предприятий и жители городов присутствия «Росатома» в возрасте от 11 до 16 лет. Для этого необходимо прислать видеоролик с рассказом о себе и на выбор исполнить песню, танец или прочитать стихотворение. Заочные отборы проводятся до 15 мая, а сама смена пройдет летом в Беларуси. 30 километрах от Минска посреди хвойного леса расположился комфортабельный центр отдыха Селичи. Именно здесь летом будут репетировать и жить ребята из проекта «NuKids».
свежий воздух, трехразовое питание, проживание в комфортабельных номерах гостиницы или коттеджа – все это, конечно, хорошо. Но для нукидовцев важны прежде всего условия для создания спектакля. В данный момент у нас завершение горнолыжного сезона. Во время вашего приезда льда не будет, бортики мы уберем. Это самое большое помещение, идеально подходящее для проведения репетиций. Вотчина для меня будет неплохая, скажу так. Да, спокойно, много. И самое главное, что здесь можно действительно сводить потом сам спектакль, потому что расстояние позволяет, и это здорово. Не везде и не всегда удается такая возможность. То есть до приезда в театр, грубо говоря, отрепетировать в полной мере, потому что таких масштабов нет. Поэтому это большой плюс, конечно. В центре отдыха довольно много просторных помещений, которые могут трансформироваться в репетиционные залы или мастерские для изготовления декораций. Ну, а в свободное время ребятам здесь тоже будет чем заняться. Для активного отдыха мы предлагаем троллейную трассу. Это что-то типа веревочного городка. Мы предлагаем картинг-центр тем, кому это будет интересно. Открытые спортивные площадки для игры в большой теннис, волейбол, баскетбол. Также мы будем предлагать в безлимитном использовании наши велосипеды, ролики, самокаты. В зависимости от того, будет ли у детей на это время, мы будем очень рады. Территория большая, позволяет это все использовать. Также мы предлагаем в нашем спа услуги, которые доступны детям, а именно соляная комната и янтарная пещера. Обязательно будем приглашать, это будет уже входить в стоимость тура, детей для того, чтобы разгрузиться после сложных дней. Я думаю, у них каждый день будет сложный и наполненный. Это 30-минутный релакс, а соляная пещера, она даже приносит большую пользу дыхательным путям. Самое важное, что здесь не какие-то акционерные общества, не частные предприятия. Здесь соблюдены все инструкции, все ГОСТы, все страховки, то есть все услуги, которые предоставляются здесь, начиная там от фуникулерной дороги, заканчивая питанием, они все сертифицированы, за них полная ответственность берется. И, конечно, здесь безопасно расставлять детей. Проживать в Силичах мальчишки и девчонки будут около 3 недель. И работники центра обещают сделать все, чтобы педагоги и ребята целиком и полностью сосредоточились только на творчестве. И в завершении выпуска новостей расскажем о павильоне «Атом», который строится в Москве в парке ВДНХ. Он станет крупнейшей и самой современной в России экспозицией, посвященной освоению ядерных технологий. Подробности в нашем следующем сюжете. Павильон «Атом» на ВДНХ – это будущий храм ядерных технологий в самом сердце Москвы. На стройплощадке стартовал заключительный этап строительства, и впервые сюда пригласили журналистов, которые приняли участие в выездной проверке столичного стройнадзора. Готовность объекта больше 90%, уже почти готов. Поэтому здесь идет проверка инженерных коммуникаций и, в первую очередь, пожарных систем. Павильон уже имеет официальный статус уникального и высокотехнологического объекта благодаря необычным строительным решениям. Первое – безрамочные 12-метровые стеклопакеты парадного холла. В стране это первый и пока единственный объект с таким остеклением. В мире их можно по пальцам пересчитать. Будто парящий над холлом каскадный потолок – вторая особенность павильона. Крепление всей конструкции к верхней консоли разрабатывалось по индивидуальному проекту. Чтобы снизу мы видели нормальный потолок, вроде как сплошная поверхность, да, это подгонялось каждая конструкция, каждая секция, поэтому элементы его уникальны. Из 7 этажей павильона 3 ниже уровня земли и построены прямо в русле реки Каменки. Поэтому фундамент из 1000 свай уходит ниже уровня воды, а стены надежно защищены от влаги технологиями метростроителей. Здесь, в подземной части, начинается выставочный комплекс. Экспозиция построена по принципу «из прошлого через настоящее в будущее». Поэтому мы отсюда на лифте времени приглашаем наших посетителей спуститься на -3 этаж. И там мы попадаем в зону советского атомного проекта. Помимо выставочного комплекса, в павильоне спланирована зона знаний с различными интерактивами, зона отдыха и конференц-зал. Завершаться путешествие по павильону будет на крыше. По проекту здесь расположится ресторан и обзорная площадка в окружении зеленой лужайки. Отсюда вся выставка ВДНХ как на ладони. Удалось одним из первых попасть на крышу этого павильона. И то, что задумано, ну, мне хочется, чтобы скорее уже все достроили. Я могла туда уже подняться как посетитель, посмотреть вот эти вот виды ВДНХ. Я не профессионал, но восхищает, потому что действительно, когда видишь вот такое, да, вот думаешь, а как это все вот может держаться, как это может происходить на самом деле.
Павильон откроется уже в ноябре этого года, и каждый желающий сможет узнать, что мир атома – это интересно и увлекательно. На этом с новостями все. О других событиях атомной отрасли расскажем в нашем следующем выпуске.